всем привет, ребята. Уезжаем опять на рыбалочку, на наше место. Будем сегодня с приятелем ловить. Ну, пробовать опять же таки линя или никак не попадется. Вот. Уже утро раннее. Машина замерзшая, вся обледенела. Минус один был. Но сегодня обещают плюс 9. А солнышко иначе будет еще теплее. Ну и уже вся эта неделя будет солнечная. Уже там плюс 13-15. Линя должен уже сильнее расшевелиться. Жду, сейчас машинка тает, поедем. Вот. Так что увидимся на рыбалке. Все, выдвигаемся к нашему месту. Достали, ребятки, линя. Ух, он подвел. Спасибо. Да, такой килошный точно где-то. Килограмм есть? Да, килограммчик. Спасибо. Килограммчик где-то, да. Спасибо. Угу. Красавец. Ура! Как быстро мы отошли от нуля сегодня быстро. С утра уже берет. Да, погода хорошая, я говорю, сегодня будет толк. Ребята, лещика поймали, где-то на кило 200. Где-то, да. Да, такой хороший, кило 200. Все, ребята, буду уже закругляться.
клев обрубило. У нас сегодня по итогам две рыбки. Одного линя достал, леща. Вот. Один линь сошел хороший. Но нет сейчас клева. Сейчас уже обед прошел. Будем уже закругляться. Хватит, половили немножко сегодня. Удачи на ваших водоемах. Скоро встретимся опять на линевой рыбалке. Пока линь идет, надо пробовать. Ладно, до новых встреч. Всем удачи. О, ребят, еще один, третий. Собирался домой, доставал удилище. То ли на ходу клюнул, то ли без поклевки. Поклевки не было вообще. Такой, ну, грамм 700-800. Лещик. Все. Едем домой. Хватит сегодня.